Сегодня мы разберемся с проблемой, связанной с Adobe Photoshop и с открытием некоторых изображений. А точнее, с ошибкой при открытии. Невозможно выполнить запрос, обнаружен неизвестный или некорректный JPEG-маркер. Проблема решается очень просто, в два счета. Находим тот файлик, который мы пытались открыть. Обнаруживаем, что у него нет фона, а значит, что нам необходимо проверить его формат. В JPEG-формате изображений без фона как таковых не бывает. А это значит, что формат не тот. Нам нужно его изменить. Делаем это простейшим способом. Переходим в панель управления на любой из операционных систем, будь то 7, 8 или 10. Крупные значки в панели управления. И находим параметры папок или параметры проводника Windows 10. Открываем вкладку «Вид». Листаем вниз и находим «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». Убираем галочку и нажимаем «Применить». И затем «Ок». Теперь мы видим, что отображается формат, и его можно изменить, просто переименовав. Вместо JPEG пишем PNG. И нажимаем «Да». Открываем Photoshop и проверяем, устранили мы проблему или нет. Таким простейшим способом, всего лишь за несколько секунд, проблема была решена. Так что вы знаете, что делать. В случае чего, просто меняете формат на какой-либо другой и пытаетесь закинуть картинку в Photoshop. И еще один нюанс. Чтобы расширение не мозолили вам глаза, а также в дальнейшем, чтобы вы случайно не переименовали и не изменили расширение, переходим обратно в панель управления. Все делаем по той же схеме, параметры проводника, и обратно ставим галочку. На этом всю проблему мы решили.